Друзья, я приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать ритуал чистка порчи на след. Могут быть разные магические воздействия на след, на вам в след, друзья, тоже сюда относятся. Или магию, или какие-то ваши следы, отпечатки остались, и кто-то что-то сделал. Не хочу рассказывать, потому что, чтобы кто-то не услышал и не повторял эти действия, потому что магических действий на след есть очень много разных. Я хочу сегодня сделать этот ритуал. Чистка порчи на след. Или кто-то вам в след бросил что-то, да, и землю бросают, и след можно разными тоже всякими сделать на след, всякие воздействия, друзья. Даже если вы об этом не знаете, у вас могут болеть ноги, или отекать ноги, или вообще даже не только ноги, могут быть разные негативные последствия после этого вида порчи. Может быть разновидность такой порчи, да, то, что сделано. Если к вам это не относится, или вам не делали такой вид порчи, вы просто смотрите чистку, друзья, вы можете просто участвовать, чиститься в каждом моем ритуале. Вы пишете замечательные комментарии. Мои ритуалы вам помогают. Берите, пожалуйста, берите из каждой моей чистки то, что вам нужно. К Луне мы не привязываемся, друзья. Откупы делаем периодически монетами, друзья, делаем откупы. Откупы вы делаете каждый за себя. Ко мне это не имеет никакого отношения. Так, чистим порчу на след. То, что сделали на ваш след, на ваши следы. Или вам вслед. Говорили, шептали, поливали, что-то делали разное. Негативное. Чистимся. Ну, кто-то даже может падать, да? Тяжело ходить, падаете, или координация движений нарушена, вы можете ходить, падать. Не ко всем относится, друзья. Так, чистим порчу на след, вам вслед. То, что делали, говорили, смотрели, кричали, бросали.
Разный воск по-разному горит, не волнуйтесь. Ритуалом руковожу я, друзья. Я вас всех держу в энергетическом канале, в котором провожу все свои ритуалы. Ноги болят, да, колени болят, голени отекают, ноги, суставы болят у вас, да? Очищаем порчу на след, все, что сделано в след, на ваш след. Или то, во что вы наступили.
Вы уже даже можете чувствовать, вы многие из вас чувствуете, да, как работает энергетика в моих ритуалах. Ваши ощущения даже меняются, да? Чистимся, поэтому ощущения меняются, энергетика меняется, и все вокруг меняется, все снаружи, все внутри меняется. Как самочувствие ваши, друзья? Нормально, да? Полегчало, да? Полегчало вам. Сейчас немножко я еще вам добавлю. Дозировано, порционно даю дозировано. Ну, конечно, вам достаточно. Даже на 6, 7 и 8 минуте уже достаточно ритуал уже отрабатывать. Просто я вам продлевая удовольствие для того, чтобы вы очистились больше или дольше, да, сильнее. Для этого смотрите много других моих ритуалов, конечно. На разные темы ритуалы я вам провожу для того, чтобы вы нашли то, что вы хотите, или вы понимаете, что такое у вас негатив какой-то, разновидности разные, да. Насколько вы... Это не факт, что у вас только этот негатив, потому что, когда я разговариваю с вами на консультации, то у вас много другого негатива, о котором вы даже не думаете и не задумывались, потому что вы в проблемах видите конкретно ваши проблемы, а может быть, тянутся ваши проблемы из-за чего-то, из-за того, на что вы даже не обращаете внимания, друзья. Поэтому об этом мы говорим на консультациях, о ваших личных проблемах, да? СМС-ки мне пишите, WhatsApp, Viber, Telegram. Не звоните мне, пожалуйста, друзья, только СМС. Пишите, если вам вы хотите записаться на консультацию или со мной посоветоваться, или чтобы я с вами индивидуально поработала. По поводу откупов. Вы делаете откупы периодически, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в 10 дней, раз в 5 дней. Кому как нужно, или нужно вам открыть какую-то ситуацию, или быстро вам что-то нужно получить, мы делаем откупы, друзья. Но это вспомогательное средство. Так же, как мои ритуалы вам помогают, вашу жизнь проживаете вы. Каждому из вас нужно разное количество ритуалов, разное количество просмотров, разное количество откупов делать. Монетами делаем, 2-3 монеты берем в правую руку, выбрасываем где угодно. Хотите на перекрестках, хотите где-нибудь.
Только не под своими окнами, не возле двери, не возле соседей ваших, подальше от дома куда-нибудь бросаете, в парк, огород, в поле, в речку, в море, на тротуар, где угодно, на перекрестке, где хотите, друзья. Насколько вы это понимаете, насколько у вас есть запреты у вас в голове, что можно делать, что нельзя делать. Конечно, если у вас есть какие-то запреты или противоречия по поводу эзотерики и магии, не смотрите магические ритуалы, потому что даже в церкви ритуал венчания и крещения – это тоже магические ритуалы, друзья, даже если вам это не понравится. Любые действия, когда вы варите борщ и что-то говорите, причитаете, что-то говорите, это тоже магия, домашняя магия. Магия во всем мире сейчас в почете и рулит. Поэтому, друзья, если у вас есть противоречия или вы плохо воспринимаете ту информацию, которую я вам даю, не расстраивайтесь, найдите того мастера, который вам понравится, да? Мы как артисты, кому-то нравимся, кому-то нет. То есть это такое дело. По ощущениям нравится, пожалуйста, смотрите мои ритуалы. Не нравится, не смотрите. Дело хозяйское. Вашу жизнь проживаете вы, друзья. Я только рекомендую и вам помогаю. Высшие силы вам помогают через меня, потому что я мастер, я работаю более 20 лет. Я мастер, практик, медиум и так далее. Благодарю вас всех за все. Комментарии читаю. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья.